Бизнесмены из Японии научили кировских предпринимателей кайдзен-деятельности. Это японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, вспомогательных бизнес-процессов и управления. Лекторы из Японии провели учебное занятие по решению практических задач. Они направлены на повышение качества, облегчение условий труда, сокращение сроков поставки продукции. И рассказали о положительных примерах применения кайдзен-деятельности в качестве корпоративной стратегии, которая приводит к хорошим результатам. Стоит отметить, что этот семинар проводился в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров Кировской области.